Зло, добро, интернет. Обзор социальных сетей. Всем привет! Это программа «Обзор социальных сетей». Меня зовут Сережа Георгич. Поехали, ребята! Перемены всегда к лучшему. В школе мы ждали перемен, сидя за партами. Звонок в конце урока бодрил и вызывал положительные эмоции. Когда мы стали старше, мы все равно продолжаем ждать перемены, но уже в другом смысле. Хотим изменить свою жизнь, да и вообще весь мир. Без перемен невозможно развитие. И в программе «Обзор социальных сетей» произошли перемены. Теперь выпуски стали короче, а количество их в связи с этим увеличилось. И мы решили посвятить выпуски с новым форматом участникам нашей мега-программы. О чем поет страна? Сергей Заболоцкий. Певец, поэт и хороший человек. Прислал нам целых 7 клипов, и каждый из них хорош по-своему. Спел нам про Аллу Пугачеву. В каждом доме звучат твои песни с кассет. В каждом... Про Абхазию. Смелых мужчин здесь уважают, слову абхаза все доверяют. Про казаков. И казачка у плетня, грива черного коня. И... Про инспектора ГАИ. Не люблю я перестрелки, не люблю я... ДТП. А также про космос. Ты меня не ревнуй, марсианки не нравятся мне. А чего стоят заставки в начале его клипов? Красота. Вот что значит ни прибавить, ни отнять. Человек с хорошим вкусом плохих песен не напишет. Вводим в гугле Сергей Заболоцкий. Одной из первых ссылок выскакивает эта изба-читальня. Нажимаем и смотрим. Количество просмотров 14 тысяч. Отзывов 102. Под фотографией подпись. Жил-был, живу в Краснодарском крае. Сочиняю песни, стихи, поэмы. Может, кому-нибудь понравится, хотелось бы услышать критику. Ну а в отзывах никакой критики. Все восхищаются талантом Сергея Заболоцкого. На что он отвечает: «Большое спасибо за внимание, чтоб у тебя сердце билось, чтоб ноги носили и чтоб тебе подносили. С уважением, Сергей». Ну, надо запомнить. Сергей, кстати, не так давно присылал на Шансон ТВ подарочки, как в «Поле чудес». Сняли даже отдельную правду шансона. Прямо сейчас мы будем вскрывать посылки, которые к нам добрались из Краснодара. Прислал нам их Заболоцкий Сергей Евгеньевич. Судя по запаху, там либо армейские носки, либо сыр, либо рыба. И выложили фотки с жизнерадостными, сытыми лицами в своих социальных сетях. Можете посмотреть, заодно и подпишитесь. ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке, в Твиттере, Инстаграме, Google Плюс и Ютубе. Ладно, на Ютубе мы фотки не выкладывали, но вы все равно подписывайтесь, а? Ну-ка, создавайте-ка странички в социальных сетях и ведите их. Нам, вашим поклонникам, хочется следить за вашей жизнью, а денег на частного детектива мне лично не хватит. Все, я даже немного расстроился, что у такого артиста беда с социальными сетями. Эх. Ну, это была программа «Обзор социальных сетей». До встречи на просторах этих ваших интернетов. Большое спасибо за внимание. Чтобы у вас сердце билось, чтобы ноги носили и чтобы тебе подносили. С уважением, Сергей Георгиевич. Обзор социальных сетей.